Дело в том, что вхождение в НАТО предполагает признание членами Альянса границ Украины. Да, на словах они их признают, а на деле? А на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты. Польша и буквально на этих днях официальные лица это снова в Варшаве подтвердили, есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. И понимает, что не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то, что тех, которые были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались. Он это прекрасно понимает, потому что это впишет в историю его имя совершенно уже другими чернилами.